Приветствую всех на канале «Разносторонние интересы». Сегодня пришла мне посылка с Китая. Это у нас пилка садовая. Заказывал я ее уже больше месяца назад. И только вот пришла. Оценили посылку у нас $1.99. Заплатил я за ее 7 с копейками. Сейчас будем распаковывать. Пришла она в таком вот пакете обычном. Посмотрим. Распаковываю я на улице, потому что хочу сразу проверить, как пились. Тут на пасеке ветки немного отпились. Вот наша пилочка. Красивая. Внутри все пакетик. В пакетике она завязанная. Завязали китайцы на узел. Здесь у нас получается даже есть размеры. Улетел пакет. И размеры стоят. 270 миллиметров. Хорошо. Открываем дальше. Пакеты потом пособираю. Такая вот пилка хорошая. Так, кот он пришел ходить. Здесь застежка под ремень. Так кобуру на ремень пристегивать, чтобы доставать. Сейчас достанем саму пилку с чехла. О, чехол поставил снег. Она оставляется плотно так немного. Лезвие вот защищено. Снимаем защиту. Вот наши зубья. Довольно такая острая для китайщины. Здесь вот значок стоит, видно, не видно. Такой. Снимаю я на фотоаппарат, так что качество не очень, извиняйся. Вот. На китайском что-то написано или на японском, не знаю, с чего мы ее слезали. Ну, такая довольно ножовочка хорошая на вид. По звуку не похоже, чтобы железо обычное было, вроде столистое. Ну так не услышишь. Такая вот загнутая ручка, удобная под мою руку, и довольно острые зубья на ощупь, зацепливая сразу за кожу. Ну это покуда не пилили. Сейчас отпилим вот веточку, попробуем такую вот сантиметра где-то 4 в диаметре, 4,5. Эту яблоню надо уже спиливать, она уже рак пошел по коже, трескаться начала, вот высыхать. Все равно спиливать надо, но я когда улей открываю крышку, то крышка ложится так удобно. Может так вот спилю, возьму посюда ее, да? Досочку набью, чтобы крышка ложилась. Ай, пень торчит. Так, ладно, отпилим ветку, попробуем сейчас. Скажу, отпилить. О! Снимать и пилить неудобно, конечно. Ну, подпилю снизу так. Даже учитывая то, что съемки вместе с пиловкой. Мне очень удобная вещь. Ну, одной рукой налегке пилится. Но если хорошо встать и пилить, то удобнее было бы, так лучше. Ну такая острая, скажу. Как бритвочка. Наверное, потом еще одну закажу. Да, своему батюку подарок заказал. Он у меня садовод.
по призванию, да, то будет весной опиливать, щепить, ходить, щепить постоянно яблоки, груши, ну и прочие деревья. А батьку своему подарок заказал. Ну так как довольно такая хорошая пилка, сейчас закажу себе что-нибудь, столярничать буду, так удобно будет подпилить мелочь деревку такой пилочкой. Что скажу, заказывать можно, по качеству пилка нормальная, зубья заточка хорошая, не так что купишь, да там пластилиновые. Ветка уже отпилена у меня. О, она уже сухая, подсохшая. Так обычно закажешь, так оно уже тупое приходит. Со свинцовой, если железо сделано с алюминия. А так ножовка неплохая. Можно заказывать. Ссылочку я где покупал, магазин, ссылочку в описании напишу снизу. Можно покупать. А самую такую нашел более-менее по качеству и по цене, чтобы сходилось. Ну, $7, я скажу, для такой пилки немного. Это на наши белорусские 14, пускай 15 рублей. Вот. При том, что уже мочить не буду я. Хотел положить на снег. Лезвием не буду ложить на снег. Так. Я. О, зачехлил обратно. Сами зубы. Такую пленочку. Ну, и трачим. Вот. Хорошая пилка по качеству, по цене. И можно заказывать, как я уже повторяюсь не раз. 270 миллиметров длина ее. Написано Hankong Garden. Здесь вот описание такое на китайском, не разберусь. Довольно так хорошо пили сестры. Если в нормальном положении встать там или на дерево залезть, то хорошо пилить. Вот спил, это уже яблоня и немного подсохшая она. Твердая такая древесина, и то легко пилить. Так что заказывайтесь, заказывайте. Продавец нормальный, выслал все описано. Сталь неплохая. Ну, все время покажет. Попилим, посмотрим, как она себя покажет в процессе эксплуатации. Ну, думаю, даже я вот сегодня закажу еще одну такую. Правда, что-то сегодня заходил в банкинг на карточке, то сказали, там написали, типа, что ваша карта заблокирована для покупок в интернет-магазинах. Ну, не знаю, может, так ошиблись, что если нет, то закажу. Но если заблокировали, так нафиг. В другом банке закажем карту. Не карта Беларусьбанка. Ну, такая ножовочка, можно сказать, за 15 белорусских рублей, это 7,5 там долларов. Нормально. У нас в Беларуси за 15 рублей такую не купишь. Минимум это будет рублей 30 стоить. Обычно с тройной наценкой уже во всех магазинах. Ладно. Уже с пасеки вышел. Это вот тепличка моя такая. Позатом году поставили. Была здесь, она стояла туда, да, торцом. А сейчас наоборот, здесь бок. Пленка 1,2. Многолетка синяя. А это с торца тонкая 0,8. Пленочка такая.
Ладно, от темы уже отошел немного. Всем спасибо за просмотр. Кому была полезна информация по пилке, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до свидания.